уважаю, но ценность его значительно выше. И вот этот сноп выращен на полях нашего хозяйства и сделан руками школьников номер 2 нашего села. Я дарю этот сноп. ЦК КПРФ за 2018 год награждается Губарев Виктор Николаевич, член ЦК, первый секретарь ЦК Якутского рескома КПРФ. Лучший результат на выборах президента получила якутская организация за активную многолетнюю работу по защите интересов трудящихся и за значительные результаты на общественно-политической и просветительской деятельности. Пожелаем, чтобы остальные также достойно участвовали в новых выборах.